Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские власти больше денег выделят районам. Это предполагает проект бюджета на трехлетний период, одобренный правительством региона. Так, на программу развития АПК в 2022 году предусмотрено 2 миллиарда 100 миллионов рублей, почти на полмиллиарда больше, чем было в планах на 2021. Также впервые начнется реализация нового направления – обеспечение комплексного развития сельских территорий с объемом средств почти в полмиллиарда. Это деньги на строительство спортивных и образовательных комплексов, сетей уличного освещения, приобретение автобуса для спортивной школы, строительство инженерных сетей. Из дорожного фонда почти 40%, это более 3 миллиардов, направят в муниципалитеты на ремонт дорог и подготовку документов на ремонт мостов. Также планируют власти продолжать проект поддержки местных инициатив, каждый год выделяя по 150 миллионов рублей. Программа «Экономика». Работа в нерабочие дни. Как решили вопрос на предприятиях «Авитек» и Кировское машиностроительное предприятие. По словам гендиректора этих предприятий Александра Иванова, период с 30 октября по 7 ноября будет рабочим, поскольку предприятия считаются системообразующими, должны выполнять гособоронзаказ, внешнеторговые контракты. Исключение сделано для работников старше 60, а также страдающих хроническими заболеваниями и беременных. Им могут предоставить отпуск без сохранения зарплаты. Также сотрудников попросили воздержаться от участия в мероприятиях с большим количеством участников. Статистика показывает, что большинство заводчан заразились вне территории предприятия, в основном при общении с родственниками и друзьями, вернувшимися из отпуска в других странах и регионах. Экономика на 101 FM. В кировских колледжах появятся новые специальности. В следующем году внедряют 5 новых направлений обучения за счет областного бюджета. В Яранском аграрном техникуме будут учить на пожарного, в Вятском железнодорожном техникуме на ремонтника электрооборудования подвижного состава. Специальность медико-профилактическое дело появится в Кировском медицинском колледже, графический дизайнер в Кировском технологическом колледже, строительство и эксплуатация инженерных сооружений в Кировском многопрофильном техникуме. Также власти планируют увеличить набор по педагогическим и медицинским специальностям. Всего бесплатно поступить в СУЗы региона смогут больше 7 тысяч человек. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Официальный доллар 70 рублей 52 копейки. Евро стоит 82 рубля 29 копеек. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.